Каждое утро, когда я просыпаюсь, у меня есть выбор. Я могу нажать на кнопку повторного звонка и поспать еще 5 минут. Или я могу проснуться и начать работать. Я работаю, потому что не хочу достичь точки, когда я выдохнусь и уступлю противнику сантиметр. Но когда я выдохнусь, а это случится, я хочу вспомнить, что со мной такое уже было, и я это уже преодолел. Потому что когда прозвенит колокол, засвистит свисток или пропищит таймер, я не хочу думать, а если бы я тогда... Я хочу думать, хорошо, что проснулся.